20 апреля в республике было зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Отметим, что все заболевшие не были привиты. Именно такой массовый отказ от вакцинации является причиной роста заболеваемости кори в Дагестане. Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Амариев заявил, что речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться. Несмотря на ежедневно регистрируемые случаи заболевания кори, удалось не допустить вспышек инфекции в организованных коллективах, детских садах, школах и многих других учреждениях с массовым количеством детей. Как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация с кори в России осложняется. Заболевание зарегистрировано в 44 субъектах, но оно ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать. Поэтому никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется.